В медучреждение Верхней Волжи в текущем году поступит новое оборудование. Такое решение одобрила на своем заседании бюджетная комиссия Тверской области. Средства на эти цели поступят из территориального фонда обязательного медицинского страхования. Так, для детской областной клинической больницы приобретут эндоскопическую систему для колоноскопии и бронхофиброскоп. Для Кувшиновской ЦРБ – цифровую флюорографическую рентгеновскую систему. Для Вышневолоцкой – передвижной рентгенотелевизионный хирургический аппарат. Для городской больницы номер 6 Твери закупит эндоскопическую систему и эндовидеохирургический комплекс для торакохирургических операций. И в горбольницу номер 7 поставит эндоскопическую консоль с оборудованием для эндохирургии.